А теперь к делам насущным. В городском округе Люберцы приступили к текущему ремонту дорог. Планируется обновить порядка 38 участков общей протяженности около 25 километров. Качество выполнения работ на улице Советская в Малаховке проверил Владимир Ружицкий. У нас идет выравнивание грунтовое, потом укладывание крошкой вместе с эмульсией и утрамбовкой. Выберем хорошую погоду летом, чтобы жара стояла, и пройдем так, чтобы уплотнение было. Утро для работников дорожной компании сдалось не только теплым и солнечным, но и весьма активным. Дело в том, что начался текущий ремонт дорог по всему округу. Старт наметили на улице Советской в Малаховке. Проинспектировал начало работ глава городского округа Владимир Ружицкий. Нам удалось в прошлом году сформировать перечень дорог, определиться с деньгами, потому что мы же не в состоянии заниматься ремонтами всех дорог самостоятельно. Эти все работы проводятся совместно с правительством Московской области. Поэтому были выделены деньги и у правительства Московской области, были деньги заложены в нашем бюджете. Мы провели аукционы. 38 участков автомобильных дорог общей протяженностью около 25 километров, по словам Владимира Ружицкого, будут отремонтированы в этом году. Работа строится в два этапа. В первый этап войдут 20 дорог общей протяженностью 11 километров, во второй – 18. Их протяженность порядка 14 километров. Эта работа производится каждые 5 лет. И является лучшим источником восстановления дорог. Это не ямочный ремонт, это не какие-то мелкие ремонт картами, а полностью будет заменено покрытие. К концу мая в Малаховке завершатся работы по ремонту дороги на улице Советская. Также будут сделаны улица Почтовый тупик и улица Герцена. Стоимость работ по городскому округу Люберцы составит чуть более 160 миллионов рублей. Финансирование будет проходить за счет субсидий и Дорожного фонда Московской области и местного бюджета. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.